Площадь ремонтируемого дорожного полотна свыше 80 тысяч квадратных метров. Уже завершены работы по укладке асфальтобетона на 4 участках из 12. Обязательное условие – проверка качества покрытия. Проводится она особым способом. Вырубка керна осуществляется для контроля качества работ по укладке асфальтобетона, а также физико-механических свойств. То есть это проверка толщины слоя, также водонасыщение и так далее. Керны отбирались сразу в 4 разных точках дороги. Специалистам еще предстоит дать свое заключение, но уже сейчас можно сделать ряд выводов. Например, величина нового асфальтового слоя в Рублевском проезде должна быть не менее 5 сантиметров. Толщина образцов даже превышает норму на пару миллиметров. А это значит, что этот показатель соответствует стандарту. Мария Шматкова, Екатерина Тулупова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».